сегодня мы открываем ретро-сезон, который будет очень насыщенный. И главное событие в Харькове, главное событие ретро-сезона – это Харьковский ретро-слет, который состоится в последние выходные мая. И сегодня у нас была, скажем так, репетиция тех, кто еще не в курсе. На таком, на модном названии, что пролог был, пролог. Мы сегодня немножко репетировали, как ездить по легенде, как ездить правильно по ралли. И сегодня были даже новички, которые рискнули и уже задают вопросы, как обучиться, где можно... Где мой приз, где мое первое место? Да. Значит, автомобиль Audi 80, 81 года выпуска. Передний привод, здесь комплектация обычная, мотор 1.8. Собственно, все предельно просто. Абсолютно механический автомобиль. Этот автомобиль первый раз был мной куплен в 2001 году. А второй? Да. А спустя 10 лет, я на нем какое-то время ездил, может быть, год, около двух, и через 10 лет он снова попал ко мне. В более худшем состоянии мы его привели в чувство, и вот снова в строю, снова ездим. То есть после этого идея возникла его отреставрировать, чтобы он был практически в первозданном виде. Ну, получив, так сказать, его после того, как им изрядно попользовались, скажем так. Сегодня мы поучаствовали, первый раз участвовали в ралли, в подобном мероприятии никогда не принимали участие. В принципе, нас очень удивило то, что мы заняли третье место. Ребята помогали, это штурман Максим, штурман Данил. Данил засекал время, Максим вел карту штурманскую. То есть мы выработали определенную технологию. Максим отмечал пройденные участки, Данил фиксировал время. И в принципе мы слаженно отработали, прошли в нужном месте чекпоинты. Немножко задержались, но задержка была связана с тем, что мы в одном месте немножко заблудились. Но в принципе достигли результата, пришли сюда с небольшим опозданием, но подобных ралли калькуляторных считается как бы корректность прохождения всего маршрута, а не только точность прохождения вовремя на финиш. Участвовали на автобусе Volkswagen Transporter, точнее это называется Volkswagen Type 2A, машина 69 года, модель выпускалась с 67 по 71 год. Это машина производства Федеративной Республики Германии, уникальна тем, что тут стоит двигатель воздушного охлаждения оппозитный. Достаточно интересная конструкция, простая, в то же самое время очень надежная.